Работы по строительству дороги Дука-Пхия-Кислый-Источники начались еще в мае этого года. После проведения всех расчетов и необходимых экспертиз за дело взялась тяжелая строительная техника. Несмотря на сложность работ, а это и тяжелый скальный грунт, и высокогорье, строители метр за метром проходят вглубь ущелья, и уже сейчас видны первые очертания будущей дороги. Сейчас самые активные работы идут на 9-м километре этой дороги. Сразу в нескольких частях задействовано порядка 20 единиц техники. Все это позволяет строителям идти со значительным опережением графика. Масштаб работ поражает. Параллельно с дорогой идет обустройство всех необходимых инженерных и дорожных коммуникаций. Например, вместе с асфальтом в Пхию придет и электричество. Кроме того, согласно проекту, рабочие возведут по пути 4 моста, что позволит этой дороге стать одной из самых современных и безопасных в регионе. Сам проект реализуется на основе государственно-частного партнерства, где власти, в том числе за счет республиканского бюджета, возводят дорогу и все необходимые коммуникации, а частные инвесторы обязуются построить санаторно-курортный комплекс. И все это станет частью большого всесезонного туркомплекса «Архыз», в успешное развитие которого в самом начале тоже мало кто верил. Когда мы начали подводящую инфраструктуру строить к поселку Романтик, ну, многие там крутили пальцем у виска. Ну что там, куда там, голое ущелье, ничего там нету. А теперь мы с вами видим, что за 6 лет, а в принципе уже в 2014 году там были уже и гостиницы, и канатки, и подъемники. Там, где будет инженерная дорожная инфраструктура, туда инвестор пойдет сам. А тем более то, что касается бальнеологии, уже есть и много проектов. Когда мы завершим подведение туда дорожной инженерной инфраструктуры, то очень много желающих, а таковые уже есть, которые захотят там построить и профилактории, и санатории, и там клиники и так далее, и так далее. Гостиничные комплексы, объекты питания. Вот. И тогда уже можно будет смело говорить о том, что Архыз становится всесезонным таким курортом. На данный момент общий объем инвестиций в проект уже превысил 6 миллиардов рублей, и в рамках комплекса планируется создать около 400 новых рабочих мест. Это даст дополнительный приток туристов, заполняемость наших отелей. Ну и, соответственно, самое главное причина – это новые рабочие места. Новые рабочие места во внебюджетных секторах экономики. Я думаю, что этот проект очень нужен, важен, и мы планируем его реализовать уже в 2021 году, завершить строительство. По оценкам экспертов, сейчас минеральные источники в поселке Пхия за год посещают около 10 тысяч туристов, а после завершения строительства автодороги этот поток может вырасти чуть ли не в полтора раза. Именно здесь самая высокая точка этой дороги, высота без малого 2,5 километра. Дальше и вплоть до самих кислых источников дорога будет идти в основном вниз. Виды отсюда просто не налюбуешься. Абсолютно уверен, эта дорога станет одной из самых живописнейших во всей стране. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архыз 24.